привели, я сегодня решил немножко побаловать себя прогулками. Мы зашли в такой бар, называется «Белый налив». Сейчас зайдем в аптеку, тут аптека, там на травах все, сиропчик с мышки. Здесь такая вот поликлиника. А тут такие дворы. Как будто тут бачите, старые дворочки, все поликлиника. У нас есть такой краник. Здесь вот барахолка в центре Львова. Пластинки тут, кассеты, диски. Сейчас они свернулись, конечно. Там улица Староеврейская в том направлении. И вот тут этот, как это называется, этот стёб? Помню, в общем, такой красивый такой. Сейчас пойдем в другое. Чуть ниже вот там будет кафе, тоже такой 1 евро. Вот такой красивый костюм. Solidel. Архитектура. А там вот площадь, рынок. А? Это улица Верменская. Бар Чолы. Я помню, мы не работали за Галя кухаром. Сезон такой уже закончился летний. А там бар Чолы. Я уже все попал. Слышишь? А тут где мы посидим? Не знаю. У него было такие эмоции. Так, ну вот тут опять белый налив такой же, только тут больше мы посидим на улице, а то внутри душно, как сказать. Еще по сидрику одному бахнем. Сегодня у нас, кстати, Машка поехала в Краков, в Польшу уже приехала. Так что мы немножко сегодня отдыхаем. Еще у нас пятница. 9 сентября у моего отца день рождения, 63 года. Так что если будешь смотреть, батя, тебя с днем рождения.
взял себе вот такой коктейльчик 88 гривен, но он чуть покрепче, а эти по 39. А у нас на улице дождь, а мы сидим балдеем. Да, дорогой, самое дешевое пиво 70 гривен стоит. А тут пас. Взяли по 3. Крафтовое пиво самое дешевое 70 гривен. И сидит по 40. И тут такие иностранчики, короче. Такой бар. Такой. Короче, дальше продолжаем, мне уже третий бокал. Давай. Ой, кофе. 70 гривен. Я тут такого по 80. Зашел. Все, дякую. Такие вот кино. Тут круто, це бар чоли, це добрий бар. А що, Юр? Юр? Все класно. Все, спасибо вам. Ну, тут еще как. Чтобы вы ощутили эту атмосферу, это просто сок. Так что приходите в этот, в это место. Ну, крутое, да, место? Согласитесь. У нас вообще кайф. Просто кайф. Мы же вышли. Сейчас такая погодка после дождя. Кайфовая. Просто кайф. Давай, может, тут что-то возьмем. Сидим. Ты же уже все свои выплаты пропил. Уже все. Не, у меня еще есть 1000 гривен. Попил, блядь. Пол. О, блин, оно записывает, смотри. О, красный. Короче, Ваня все свои выплаты пропил. Пропил. Все же можно выпить. Еще у меня немножко есть. Какой спортсмен. Ну, зато живем один раз. Пошли туда зайдем. Классный, классный бар. Кстати, классный бар. Идем дальше. Сейчас идем по барам. Я думаю, Вань, нам надо уже ехать в наш район. Дивіться, як тут гарно. Так, я предлагаю діто пойти діто в інше місце. О, тут можно, да? Галицька. Страннее. Чому? Тут, кстати, прикольно. Тут можно ёбнуть. Смотри, какие-то.
А ну, а можна вас спитати, що це у вас таке? Наливки? А що саме? Дослід. Оце чи оце? Ну, от це оце, можна оце. Пити? Оце це хімічний дослід. І скільки це коштує отак? Ну, як? А це завжди ну, того, скільки кількість ви ну, оце, наприклад, як у вас. Ну, це нас, самий великий напір, так. Да. Ні, це середній. Це середній. Ні, так це ти, ну як, можна по-русскому, так? Да? П'єш, короче, і типа, і, ну, как да, бы, по чуть-чуть, да? Це не стоїть. Робишки, да. Они просто разные. І сколько это стоит? Гривен 200, 300? Сколько? Вже навіть не помню. Там 200. Там до 200, 200 чем-то, і там саме большая. І сидиш потихонечку, да, сёрбаєш, да? Кайф. Ну, ви були тут нормально? Хороші? Хороші? Отлично. Ну, все. Ну, давайте ми закажемо. Все добренько, добренько, дякуємо. Вот так, сейчас пойдем попробуем. Давай попробуем. Тут разные есть. Ну да. Пошли, пошли. Что тут цікаво? Что тут є? Добрый день. О, добрый день. А куди тут ты? Ты еще какие-то... О! Что это происходит? Прохладнем, прохладнем. Ого, ти все серйозно. Проходимо далі, я це знімаю. Що, ще вниз іти? Ні, сюди треба, так? Ні. Куди заходити? Наверх. Що це? Де ми? Заходи наверх. Блін, от туди наверх. Щит. Та ні, наверное, вверх идти. Бар. Бар. Там, где? Сюди? Наліво, вверх входами. Ні, нам треба заказати. Ні, заказати. Туди. Туди. А? Туди ну, тут же для барку. А, ну тут. Прошу. Бар. Бар. Леш, я хочу, а де? Вау. Давайте розпочнемо. На тарелку. Мама, вот это сборные. Серьезно? Да. Так, ну понимаете? Да. Вот. Илля. Давай щось закажемо. Добрий день. А можна вас щось заказати? А у вас там такий сет наліво, маленький. В ресторані. Ми попали. В ресторані нам продав. Не треба. Ось донизу. Ми що, йдемо на світло. Коротше, ми йдемо на другий поверх. Йдемо. Вау. Що? Пішли. На другий поверх. Я зрозумів. Все. О, отут дивись, який світлофор. Світлофор? Так, да, yeah. Жовтий, звичайно. О, май гада, Белл. Це чарівний світ такий, диви. Ми точно? Вау. Вау, вау, вау. Що ми бачимо тут взагалі? Все чітко. Добрий день. Будь-який поверх можете обирати на кожному поверсі офіціанти. Ну давай. Ще на третій підняти. Пішли на третій. Ну, а де заказ? Вона, мабуть, буде.
третьем. Еще другий, третий шматок. Можно даже на четвертый пішли. Пішли. Дуже круто, да. Так. Та-та. О, не если честно, это, блин, офигенно. Пошли еще на четвертый, подивимся, что там. Четыре этажа, офига себе. Класс. Даже есть. А замовлення зробили? А ви це там є офіційні? Пішли. Добрий день. Добрий день. Ще на саму кашу пішли. Такие гномики белые, зеленые. Перший п'ять, тоді йдемо на кінець і з кінця від темної школи до світла. А, ось отак, ось до цього п'ять, а потім так. Ось так. Ці світліші, вони міцніші, тому їх так важливо на останок залишати. Дякую. Зліво направо, так? Я розповім. Дякую. Дивись, оце спочатку перші п'ять, а потім отсюда. Перші п'ять. Давай. Ого. Так, нічого собі. Це кавова, кавова така, кавова. Кола? Кавова, кава. Кава, кавова? Кавова. Ну давай. Це кавова перша. Кава, так? Кава. Подожди, не спеши. Значит, пити, пити. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Скільки це коштує? 280 гривень. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. По 10 штук. 10. 20, короче, на цих. Дивіться, який краєвид гарний. Та ти встань, тобі. Це просто, блин. Кайф. Ну що, будемо пробувати другий. А ну давай понюхаємо. Це якийсь компот. Ну. Так? Якась калина така. Калиночка. Калина. Так, це мабуть якась калина, такий смак. Дуже в неї калиновий, так? Мені здається, гранат. Гранат?
Сейчас я тебе расскажу. Их же ж не надо запивать. Пьешь. Третья нам на вилочку. Сергей, я знаю, пятый? Что это я пьяна? 1, 2, 3, 4, 5. Пятый. 10. Это пятый. Блядь, выкопить не будет, то ли. Мазфака! Мазфака! Блин, у нас тут осталось совсем ничего. Да. О, вот даже про нас. Видео говорят про нашу. Вы знаете что? У вас яблочко запотило. Запотило яблочко. Кажа, у меня яблочко запотило. Сука, я тебе, блядь, сейчас започу, блядь, ебать, ты охуеешь. У вас реально яблочко запотило. Дави, какое яблочко. Сука, я зараз позову официанта. Просто лукаем, просто все. Короче, такой пиздец был. Я вот такая она пришла. Да, Юля. I like this. Очень приятно. Можно вас попросить, или что? Вау, вау, вау. Дякую. Маєте успішно. Дякую. Дякую. До побачення. Ви все? Пішли. Блін. Жесть, блядь. Юля. Сейчас Жека где-то тут с тещей должен быть. Вон там. Ой, Жека с тещей. Садись, Жека. Ви можете купити цей столаж, ви можете купити це. Що бажаєте? Як на сутрасі? На колесі. Ось що, блядь, вихід. Ти вийшов? Все. Що ви спите?
Круто. Ну классно. Супер. Супер. Короче, идем домой. Херойка, конечно, Юлька, блядь. Не выкопила, да? Что такое, блядь? Так и не поймешь. Вообще, на самом деле, это он не выкупил. Он даже, да я виноват. Он даже не знает, где он находится. Я гуляю. Прикиньте. Тормоз. Как это? Тормоз, мы во Львове. Блядь, по жизни, потому что... Уже поехали в сторону дома, все. Мы, вот смотрите, вот мы сейчас в центре города, в центре Львова. Это площадь. Это площадь Рына. Площадь Рына. И... Сейчас пойдем, зайдем. Видим Витова. Они, короче, пиздят, что тут дешевый алкоголь. Юль! А есть сигареты у тебя, братан? Куреха, есть у тебя? Сигаретка? Да. Сигаретка есть. Я снова алкоголь. Там. Блин, ну ты татарин, да, такой? Угадал. А что ты делаешь? Дай сигарету. Он тебе уже дал. Ой, подкурить. У меня канал есть, реально. Снимаешь каналы? Да, у меня есть видео. На ютубе. Нет, нормально все, да? Конечно. Мы целый Украина. А во Львове тебе нравится вообще здесь? Я здесь пятый день. Пятый день всего? Как это так? А где ты живешь? Я где раньше был? В Киеве. В Киеве? А, в Киеве. В Киеве была работа нормальная тоже. А это типа зарплату урезали. Так вообще смысла не было там оставаться. Шо, на этом поедем? 46. Это не так. Вообще, нам надо 3А.